Здравствуйте, меня зовут Ковалев Алексей, я с Украины. Здравствуйте, меня зовут Ковалева Софья, я из России. Мы прошли обучение на программе МАСА «Кулинария 1 год». Я выбрал программу МАСУ, потому что это для меня хороший опыт в кулинарии и познать себя как настоящего еврея в Израиле. Первые дня работы на кухне в рамках программы меня приняли как в семью. Я даже не мог себе представить по приезду на МАСУ, что в будущем здесь, с этой программой, я обрету свою новую семью, любовь ребенка. Все увиденное мною на программе МАСА «Кулинария» дало большой толчок на то, чтобы я сделал алию. Зе МАСА Шелану!